Не, она же прикручивается с болтиками. Вот там, сейчас. Вот там, несколько болтов, да. Так, вот сейчас мы идем. У нас свет. SJ Cam 4000 сейчас снимает у нас. Так, здесь у нас надписи. Особо охраняемая природная территория. Ну вот, как мы видим, мусора тоже здесь хватает. Давайте ознакомимся с историей. Я сейчас не вижу, с телефона наблюдаю через Wi-Fi. Если видно, прочтите, на паузу поставьте видео, прочтите, что здесь написано, дабы иметь представление. Вот. Снег уже сошел. Прошлогодняя еще листва валяется. Ветер теплый. Здесь лавочку соорудили. Моя мадам идет, да? Она не будет сниматься. Что ж, да? Почему-то подснежник. Да еще, а хотя подожди, вот какие-то проростки. Нет, не они. Вот где пакет, видишь? На максимум поставлюсь. Отсвечивает дисплейчик. Вот лавочки, да, поставили? Вот, я не видел, по-моему, да, лавочек. Да. Лавочек нет. Угу. Да сейчас я просто максимально ярко дисплей сделаю телефон. Угу. Так, камон. Не вижу изображения вообще. Камера, думаю, снимает. А, ну да, пишет. Ну ладно, не сажать не буду. Нет. Тоже. Натуралисты юные. Домик для птичек. Орешник. Вот какие-то, смотри, сделали. Да, здесь бы порядочек навести бы, и вообще это не царит. Вон, собирай. Субботник будет спасти. Сейчас я сделаю. Натянул. И не холодно, и камера ранее снимает. Не холодно тебе? Давай лучше я тебе дам шапочку. Я тебя снимать не буду. Зато тебе будет не холодно и комфортно. Угу. Ну правильно, и мусорка, видишь, возле каждой лавочки. Потому что знаю, что наш русский свин всегда будет там, где сел, там и сделал дело. Особо это кабели у нас здесь. Скворечник, смотри, раз-два еще вижу. Ага, мы раньше тоже делали. Когда же сезон откроется, как я хочу вообще уже, когда зелено все. Классно. Чем птичек подкармливают, посмотрим. Этим, пшенкой, пшено. А сдалека, как эти ролтонские макароны. Я еще снег не вижу. Угу. Класс, и деревья трещат. Говори что-нибудь. Это такое молчание. Молчание меня напрягает. Одевай, конечно. Тем более это святое это место. Нет, мы полностью сейчас сюда, к источнику. Покажем, посмотрим. Да нет, ну это подснежники будут либо наверху, там, где солнышко припекает, либо их еще пока не будет.
А я думал, что, смотри, вижу полянки, посуда, я думал, что синие подснежники дома, видишь? Да, это оказывается у нас гирляндами. Снежники бывают всегда к 1 апреля туда. Их ну да. Да, да. А так сейчас не только-только лично. Давай посмотрим, купили туда. Зайду, посмотрю. Купели. Пахнет. Так, поддерживайте святой порядок, понятно. Я слышу запах, да. Вот у нас здесь такая купель. В принципе, довольно-таки чисто. Если окунуться на какие-то праздники, там, крещение и так далее, думаю. Наш крещение, по идее, же не будет мерзлая вода, да? Она же как бы источник здесь. Вот. Кстати, вот хорошая идея, кстати. Крещение сюда прийти. Не, вообще, когда это все. Все же пробуют меняют, а то здесь. Все умно. Так здесь же всегда и купаются. Нет, ну здесь. Я понимаю, но у нас в основном на пляже же прорубь вырубим. Нет, я не знаю, что так, вот здесь такие у нас. Смотри, опасно клеище. Летальный исход. Дорогие своих детей. Видишь, написано. Ну да, даже вот. Это папье-маше, или как это называется. Вязание. Ну красиво, интересно. Здесь уже чуть-чуть гниль пошла. Иконы такие вот. А это переодевалки, наверное, скорее всего. Ну да, вот видишь, вешалки. Ну, честно, довольно чисто так, довольно. Ну, может здесь. Ну, кстати, вот разные эти бомжи там купаться тоже приходить, да? Кто не знает, воняет этим. Сейчас я проход конкурса на лучшее благоустройство водных источников с языком. Обращаемся ко всем, чтобы посещали священную часть Корсунской иконы Пресвятой Богородицы с просьбой проявлять уважение к святому месту, поддерживать святой порядок при желании оказывать помощь его благоустройству и посадке цветов. Молодцы. Молодцы, хорошо, честно. Культурненько так. Да. То, что... Да, я понял, кто-то кинул окурок. Вон тоже две. А? Ну да. Да пускай здесь тоже. Птичкам тоже есть надо. Возьми один, я тебя не буду снимать в шапке. Возьми. Голова превыше всего. Вот, Корсунская икона Божьей Матери. В 95-м году построена. Фу-фу-фу. Так. Образ Пресвятой Богородицы Корсун. На Корсун я. Так, я чуть-чуть. Вот что раньше склоняли. Давай тебе тоже. Чуть-чуть. Ну, запах этот весь портит. Свежий воздух. Давай сейчас. Наверное, сюда вот я пойду посижу. Потому что хочу и лицезреть тебя. Надо на шапку садись. А я вот так вот капюшончик одену. Сегодня у нас 17 марта. Да пахнет. Вот. Ну да. Не, когда здесь будет зелень, здесь вообще совсем другое будет. Другой вид. Ну вот. Это ж каблука, да? Давай тогда туда еще пойдем. Сейчас посиди. Здесь похожу. Не тепло, очень хорошо.
Ладно, не буду снимать камеру, показывать себя. Так. Ну, тут. Ой, ты. Привет. Это мы так снимаем. Смотрю я через Wi-Fi все это. Не будет видно, отсвечивает. Ну, сейчас 720, кстати, поставил качество. Наверное, все-таки нужно было Full HD ставить. Что-то, мне кажется, картинка будет не очень. Ладно, пока съемочку завершаю. Мансыйский лес. 17 марта 2015 года.